Всем привет от Мусеньки. Стоит мне только несколько дней не писать про ее самочувствие, как обязательно кто-то спросит, как дела, жива или нет. Пока что жива. Спасибо вам большое за то, что вам интересно ее самочувствие. Честно говоря, даже не знаю, чем может быть так привлекательна обычная старая дачная киса, которая даже не ласковая, но чем-то она, видимо, привлекает. Были вопросы относительно клетки, я ее выпускала, открывала дверь, в ее распоряжении большая комната без котов, но она все равно не выходит, таково ее решение. Ее больше устраивает почти постоянный сон, вкусная еда, желательно много, она на гастрокорме от VetLife. Я пробовала другой, сухой, такой же марки, другие влажные корма, но у нее начинает болеть живот, и она перестает есть. Так что даю ей то, что она ест, на чем она себя хорошо чувствует. Огромное спасибо за поддержку, друзья. И да, прошел уже почти год, как я ее поймала. Прогнозы на продолжительность жизни были намного меньше 12 месяцев. Так что, может, Мусенька еще погуляет в теплом выгульнике. Держите кулачки, друзья.